Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите «Завтрак в городе Чей», с вами я, Олеся Стародуб. Сегодня приготовим вкусный, сладкий завтрак. Мы приготовим сегодня гренки или тосты с вареной сгущенкой. Добавим немножко банана и небольшое количество орехов. Сегодня у нас минимум ингредиентов, это хлеб отрубной. Его я сразу возьму два кусочка. Далее буду использовать вареную сгущенку. Мне кажется, что здесь, в этом десерте, она больше подходит, нежели обычная сгущенка, так как обычная сгущенка все-таки более жидкая, и в дальнейшем мы будем поджаривать наши такие сладкие сэндвичи на сливочном масле. И не хотелось бы, чтобы сгущенное молоко пригорало к сковородке, растекалось. Будет не очень аппетитно, наверное. Так, один кусочек я смазала вареной сгущенкой. Также я поступаю со следующим кусочком. Два кусочка нам потребуется для одного такого сладкого сэндвича. Можно использовать хлеб специально для сэндвичей, квадратные такие кусочки большого размера. Я думаю, что можно использовать и обычный батон, сегодня отрубной. Так, далее я разогреваю сковородочку. Добавляю небольшое количество сливочного масла. На сливочном масле буду обжаривать уже готовый сэндвич с двух сторон. Можно поступить немножко иначе, можно обжарить сначала хлебушек в сливочном масле на сковородке, затем уже сформировать. Мне нравится вариант с обжаркой в конце, потому что уже можно будет сразу горячий сэндвич подавать к столу. Он еще не успеет остыть. Так, сливочное масло начинает подтаивать. И для начинки я буду использовать банан. Банан я очищу, нарежу на небольшие такие вот кружочки. И буду укладывать на хлебушек такими длинненькими кусочками. Буду укладывать. Вот так. Маслице подтопилось. Сейчас буквально через минутку можно будет уже обжаривать. Возьму несколько орешков миндаля и немножко их порублю, измельчу. Добавлю внутрь. Достаточно калорийно. Но очень вкусно, очень сытно. Для первой половины дня идеально подойдет. Для тех, кто не может жить без сладкого. И сейчас такой вот коронный номер я просто закрываю вторым кусочком наш сэндвич. И выкладываю хлебушек в сливочное растопленное масло на разогретую сковородочку. Обжариваю с двух сторон. И буду выкладывать вот на такое блюдо. Можно банан также выложить и просто доесть его отдельно. Можно банан доесть, пока обжаривается сэндвич. Так. Ну, давайте этот тоже положим. Посмотрим, что у нас получается. Отличная корочка. Обжариваем с двух сторон. Украшу несколькими орешками миндаля. Все, думаю, достаточно. Можно выкладывать сэндвич на тарелочку
И вот в таком, в горячем виде подавать к столу с чашечкой кофе. Отправляйтесь на кухню, готовьте сладкий сэндвич. Желаю вам приятного аппетита и хорошего дня.